Так, это Меркурий. Утром 11 ноября 2020 года. 6:08 по Киеву в Харькове. Вижу я хорошо фазу Меркурия, освещенную снизу слева его солнцем. Совсем уже светленько на улице. Сейчас посмотрим еще на Венеру и на Луну. Прекрасно в одну линию выстроились. Наша планета и спутник Земли. О, вот они, красавцы наши. Ну, Венера пересвечена, но, в принципе, тоже фазу можно различить, тоже понятно, она снизу слева освещена солнцем. Да, даже с пониженной светочувствительностью пересвет идет. Ну, пошли к самой красоте, к Луне. Визуального контента она нам добавляет, конечно, больше всего. Но вот Меркурий, гость у нас настолько редкий, что, конечно, сегодня первенство отдаем ему безусловно. Светит месяц, светит ясный. Ну, разве это не прелестно? Ничего не трогаю, колебания, если есть, то это от воздуха, от движения ветра и от того, что теплые слои атмосферы Земли колеблются. Вот здесь красиво было. Красивая игра света и тени была. Да, вот с такой скоростью движется Луна. Штатив находится в стационарном положении. Так, ну давай я еще попробую Меркурий поймать. Меркурий, ртуть подвижный, да? Давай мы попробуем его подвижного словить. Живо ловить, как я его уже не вижу. А, вон. Вон он, товарищи, я его вижу. Отпустите. А вчерочку я уже с ним разговариваю. Опять помянуя Михаила Михайловича Жванецкого. Ты ж мой золотой. Давай сейчас сам в кадр влезем. Ну, в окуляр я вижу просто четко фазу. Чуть больше, чем половина Меркурия освещена. Засветка, конечно, слева идет, но вполне себе можно
различить. Прекрасно, это, наверное, раз в третий. Получается снять Меркурий. Так, снимается все фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000. Никакой не телескоп, ребят. Прошу в комментариях не спрашивать меня про телескоп. Я никогда не имел телескопа. Ну ладно. Сейчас 14 по Киеву, в Харькове. 11 ноября 2020 год.